Добрый день, мы продолжаем проходить Diablo 2 Lord of Destruction. В данной части нам предстоит с вами найти как минимум один из предметов, оставшихся от Акхалима. В данном случае осталось, что от него осталось? Сердце. Что ж, мы найдем его под базарами Курасты. Где находятся базары Курасты, мы уже знаем, поскольку я все-таки решил пробежаться немного под джунглям. И слава богу, я это сделал. Потому что, как всегда, я уперся туда, куда не надо. Соответственно, очень долго плутал. Примерно где-то полтора часа исследовал вот все это. И, как видите, даже не все еще исследовано здесь. Но здесь ничего интересного нет. Там просто джунгли. Нам же нужно будет идти вот сюда. Как видите, территория очень огромная. Здесь теряться только так можно. Да, я побродил по нижнему Курасту, базару и верхнему Курасту. Я не ходил только в Травинкау, поскольку туда мы пойдем разбираться с чиновниками. Коррумпированными чиновниками, назовем их так. И да, в базарах Кураста я посетил один древний храм, где воспользовался вот этим квестом. Он нам дал халявного опыта, который очки мы, конечно же, не применили как изучить. Итак, сейчас у нас характеристики следующие, как вы видите. Наши скиллы. Такие вот дела. Инвентарь без изменений абсолютно. Слабый топор, который быстро ломается, но другого нет. А хотелось бы. Собственно, да. Амулеты без изменений. Маленькие, слабенькие. Да, вот мозги и глазик. Требуха, собственно, из нее можно сварить неплохой наваристый супчик. Если бы мы были каннибалами какого-нибудь племени Мумба-Юмба из африканских равнин, я думаю, мы бы это сделали. Но мы уже давно отошли от каннибальских практик, соответственно, мы таким заниматься не будем. Ладно, это у нас запасной набор оружия, если сломается топор. А он у нас в любом случае сломается, поскольку он очень слаб на прочность. Так, отправляемся, например, в базары. Кричим и ищем спуск. Спуск недалеко. Мы отправляемся в канализацию. Кстати, деньги надо собирать. Канализацию. В отличие от канализации Лутгалейна, здесь темно. Здесь можно себе глаза выколоть, и вы не сильно-то измените ситуацию. Ну, правильно. Здесь все-таки все пришло в упадок. Джунгли захватили территорию. Соответственно, никто толком не следит. Хотя, видите, жаровни горят. Кто бы мог, интересно, за ними следить? Забавно наблюдать могильные вот именно плиты не в подземелье каком-то, да, а в канализации. На мой взгляд, это перебор. Так, понятно. Ай, не хочу. Я этих маленьких негодяев не люблю. Они очень противные. Они наносят урон. Так, щит. Я тебя убью. Где еще? Вижу. Ну, стандартно пока что всех рубим. Главное не забывать периодически пить зелье лечения, поскольку нам достается. Ощутимый плюс лучницы в том, что в отличие от мерков ближнего боя, она... Так вот, она не боится и не теряется, когда находится вдалеке. Но у нее свой минус, то что она... Когда варвар закручивается, она теряется и подходит вплотную. Соответственно, ее все бьют. Так, я не помню, запасы маны у меня хорошие или нет. Ладно, если что, пополним.
Супер Хеллинг. Конечно же, возьмем. Итак, куда идти? Ну, здесь мы будем теряться. Можно, в принципе, попытаться ускориться, то есть идти очень быстро, не обращая внимания на противников. Не знаю, стоит ли так делать. Попробуем. Мы можем только собрать с собой очень большую пати. Нам это может потом выйти боком. А может быть и нет. А может быть и нет. Отстань от меня, маленькая фигуленька. Кто ты такой? Мертвый убийца душ. Идите, уйдите, уйдите. Они решили меня взять в коробочку. Но не тут-то было. Варвар хитрожоп. Варвар бегун. Хрен вам, не возьмете меня. Так, 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 так. Где же ты находишься? Интересная локация, я бы сказал. Да не бы локация. Локации-то мы здесь как раз по ней бродим. Часть локации. Так, кажется, я подхожу куда надо. Хотя, кто знает. Тебя мы и так убьем. Берем и ищем. То есть там, по идее, должно быть большое количество маленьких... ну, вот таких вот порожков, то есть мостиков, мостков, как угодно называйте. Так, лучница, иди за мной, а то тебя там сейчас убьют. Давай-ка я тебя подлечу чуток. Отлично, я ее подлечил. Беги сюда, бежит. Так, опять это там застряло. Жалко, она не умеет толком телепортиться. Это ее основной минус. То есть она умеет, но она это делает крайне неохотно. Вот, она это сделала. Как-то это связано частично еще, конечно же, с открытием карты. То есть она понимает, что отстала. Ладно, вас я убью. Я всех вас убью. Так, мои крики распространились на плане помощницу. Это самое главное. Блин, а и ни с кого не выпадывает зелье. Охренеть, это плохо. Умри. Да понял я, что я отравлю. Что я, непонятливый, что ли? Так, кто-то вас поднимает. Кто и где? Это самое главное. Ну, в принципе, не очень. Продвигаемся далее. Да, зелье мало осталось у нас в ремешке. Нужно будет зелье вставить туда поболее. Так, так, так. Не точно не помню. Вроде бы здесь локация находится, может даже находиться где-то в середине карты. И если это так, наша излюбленная тактика идти по стеночке, она себя не оправдает. Хотя... Что это такое? Нет, ошибочка вышла, к сожалению. К сожалению, это не то, что нужно. Так. Деньги-то я возьму. Стреляй, стреляй. Так. О, сундук. Ну, хоть не зря сюда пришел. Отлично. Хотя, интересных предметов почти что нет. Есть немного зелий жизни. И все. Собственно, все. А, кедр став. Давайте возьмем. Это волшебническая палочка. И если что, мы ее замотаем. Так, 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 так. Так. Надо будет еще подлечиться, я думаю. Но, в принципе, здесь ничего более нет. Так. Переклич. И идем сюда. Я сомневаюсь, что здесь есть то, что нам надо. Но, скорее всего, где-то здесь. Забавно, если будет, я ошибаться буду в этом деле. Так. Запутанный труп. Отличнейше. И, конечно же, заберем.
Так, военный скипетр, в принципе, почему бы нет, но нам он не нужен. Так, 15, почти половину сбил. Жалко. Так, здесь ничего интересного. Да, здесь ничего интересного нет. Уйди, не буду с тобой биться. Я все понял, осознал. Вот так вот оно обычно и ищется. Крюк мы сделали уже довольно нехилый. Понятно. Круг почета, понятно. Так, попробуем сюда пройти. Я думаю, имеет смысл. Хотя мы отсюда начинали путь, если мне не изменяет память. Опс, ну зачем я это сделал, сам не знаю. Но я это сделал. Где проход? Как туда идти? Что, никак, что ли? Вы что, гоните? Интересно. А, вот здесь проход. Ладно. Сейчас добегу. Кричалка-выручалка. Полезная вещь. Минус. Застрелила. Молодец. Сюда идем, сюда. Ничего. Ну, в принципе, деньги. Дребеденьги, но их мало. Маленькие негодяи. Что, не ошибся? Нет, не ошибся. Наконец-то я нашел то, что надо. Спуск в подпол. Я иду, подожди. Лучше я. Лучше пусть они меня бьют, чем ее. Куда ты? Стой на месте. Руби. Какие шустрые мышки-то, а? Ну-ка, посмотрите на них. Летают только так. Это все? Там вроде это было уникально, и я вроде ее не убивал. Вот она. Она еще телепортится? Сейчас. Отлично. Палочку мы возьмем. Мы ее, конечно же, в ломбард сдадим. Ну как нет-то? Супер. Туловар нам не нужен. Ну что, идем? Я ожидал здесь встретить более интересную встречающую компанию, скажем так. Ну, вот эти-то понятно. Они здесь всегда должны быть. Я думал, здесь еще будут скелеты и их вызывальщики. Но ничего подобного. К сожалению, места нет. От чего-то придется избавляться. Ну, мы ни от чего избавляться не будем. Мы просто-напросто инвентарь немножко отсортируем. Все, деньги брать я не могу. Ну что ж. Все нужные ингредиенты мы собрали. Нам теперь необходима большая колотушка. А именно цеп. Цеп, который нам надо отобрать у Верховного Консула, который был коррумпирован Мефисто. Мефистой. Скажем так. He's need a key. I don't need a key. But I have a scroll of town portal. Как-то так. Ну, давай поговорим с Кейном. Он сейчас от восторга забрызгает нас слюнями, то, что мы нашли все святые мощи. Но, тем не менее, нам нужно идти далее. Так, это отстой. Денег у нас очень много. Что же, мы сейчас пойдем чинить наш топорик. Он совсем плох, им очень плохо. Ну и да, вы правильно понимаете, мы отправимся в Травинкал. Развлекаться с высшим советом. Я думаю, они не переживут этого. Как говорится, не храбрись на орать идучи, а хвались срать едучи. Как-то так. Идем. Так, я даже не помню, я открывал ли здесь проход
даже не проход, а путь к именно Травинкалу. Вроде бы я этого не сделал. То есть по верхнему Курасту я немножко побегал, и, собственно, на этом движение закончилось. Вот, Upper Crust. Или Юпер. Юпи-юпи. В принципе, неважно. Давайте здесь с птичками подеремся. Мозгопьюйками. С вами я не хочу драться, трешеры. Вы... Хотя придется, что-то вас очень много. Вы посмотрите, а? И они друг другу мешают. Какая защита, а? Три косаря, можно сказать. Пробей называется. Готов. Кстати, я ни одной палки не сдал. Я их сложил сюда и забыл о них. Так, эта палка будет дорогой. Видите, черенк армор, потому что есть. Это тоже может неплохо стоить. Они все прикольные, мы их все замотаем. Да, умей, варвар, хотя бы, я не знаю, кого-нибудь призывать, а некроманская палочка бы ему подошла. Ой, как хорошо. Ведь это же варвар. Если не получится колдовать, он просто этой палкой по башке настучит и будет прав. Так, все правильно идем, похоже. Или нет? Нет, неправильно. О, фанатики. Избежал. Странный фанатик. Фанатики, по идее, должны биться до последнего, не ощущая ударов. Это на мой взгляд. А здесь зелоты какие-то, не зелоты. Опа, какие вы быстрые. Разберемся с тобой. Ну вот, типичная ситуация. Мы стоим в окружении. Девка стоит рядом и отгребает. Отлично. Теперь дело за миньонами. Нам очень с вами везет то, что на нас есть предмет, который не дает нам заморозиться. Соответственно, все их атаки проходят мимо. Потому что миньоны, как мы с вами знаем, они копируют атаку своего лидера. В данном случае это касается заморозки. Ну что ж, на лучнице это сказывается, она морозится, а мы нет. Все, да? Зачем я тебя взял? Зачем я тебя взял? О, мне нужны зелья. Чем больше зелий, тем лучше. Ай, как классно. Сколько? 1,5 косаря. Круто. Вот всегда мне нравилась вот эта аватарка, такая золотая. Сразу вспоминаются какие-то ацтеки или кто там еще. Некромант. Готовы? О, какой берсерк классный. Почти половина тысячи урона. Я думаю, это неплохой урон. Да. Ты негодяй сбежал. Очень далеко. Так, ну главное, что я с тобой справился. Сейчас с вами. Ну-ка, погоди, погоди. Я хотел разглядеть один момент, но пока о нем говорить не буду. Пока не уверен, не скажу. Это опять же из разряда, что игра 18+, очень даже сильно. Ладно. Так. Ну, как вас тут много. Вот этих негодяев я не люблю. Куды? Ишь ты, хотел телепортиться от меня. Стоять! Умри, тварь! Ах ты! Собака! Стой, 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 стой! Нет, вы на него посмотрите, а? Как он гасится далеко, а?
Куда? В другую сторону крутись, идиот. Убивай призывателей сначала. На всех остальных наплевать. Они, зараза, еще друг дружку лечат, гады, а? Зажали. Бывает. Так, этого мы сделали. Теперь ты. Лорд убит. Отличнейше. Хорошо, пошевелились тут. Всех раскидали. Надеюсь, так же будет продуктивно, когда мы будем отгребать, а мы будем отгребать от консулов. Что они любят баловаться пиротехникой, магией огня. И, собственно, сначала откроем портал. Так, сначала ты. Ах ты гад, вот негодяй. Ладно, подготавливаем площадку. И вообще отбегаем. Прошу прощения. Так. Ну давайте-ка мы сходим сначала в город. Во-первых, немножко починимся. Видите, уже половины опять нет. Но это нормальная ситуация. Мы очень много и часто использовали вихрь. Это все из-за него. Он очень ресурсоемкий. Топорами не напасешься вашу за ногу. Вот, кстати, давайте поторгуем. Ну давайте вот эту палочку тебе сдам. Сколько она стоит? Ну, у меня даже деньги остались. А вообще, в принципе, я думаю, я еще сюда вернусь. Давай-ка я тебе все замотаю. Плевал я на это ваше набу. О, какие цены. О, какие цены. Сколько деньжат, да? Злато. Там Русью пахнет, там русский дух. И вообще царь Кощей над златом чахнет. Да, но мы не такие. У нас есть меч и топор. Что нам еще нужно? Да ничего. Так, порталов нет. В принципе, они мне не нужны. Ну, давайте подлетимся на халяву. Что? А, типа Ормус нас научил, как создать нужный предмет. Так, зачем я это сделал? Объясните мне. Надо же сюда идти. В Травинкал! Где вы? I kill you! Готов? Собака, стой! Еще жив? Ненадолго. Так, если мне не изменяет память, когда мы с вами сможем справиться с консулами, данные зелоты будут от нас гаситься. Потому что они будут нас бояться. Потому что мы покажем большую силу, чем их великие умы, ума и не только. Какие, а? Кстати, было бы прикольно, если бы зелоты умели пользоваться вихрем. Я думаю, тогда с ними было бы очень опасно. Что ж, место массовых жертвоприношений. Здесь резали горло, а сюда сливали кровь. Умри! Отлично. Time to die! Yes! Тоже готов. Так. Нам говорят... Да, Хайконсу. Хайконсу, где ты? Я пришел за тобою. Так. Не смей бить девку. Отлично, вон уже бегают. Что ж, мемберы, члены. Сейчас будем с тобой разбираться вот так. Один на один, только ты и я. Отлично.
Ничего. Топ-топ-топ. Хорошо. Ну, наконец-то. Я-то думал, они забудут про своих лидер. Стой. Минус Арас. Да, я ее подлечил. Она была в шаге от того, чтобы помереть. Никаких вихрей. Хоть у нее, как мы с вами видим, характеристики позволяют выдерживать огненные атаки, но лучше не злоупотреблять. Хотя не, нормально все. Вроде держится. Все. Мы всех убивали. Телетели, проливали. А нам осталось, что мы не проходили и нам не задавали. Так-так-так, Халимский. Вот он так вот выглядит прикольненько. Кстати, тоже уникальный, как мы видим. У нас одни уникальные предметы. Ё-моё. Да мы крутые ребята. О, какая штучка. Кстати, прикольно. Мне раньше нравилось именно посохами, этими цепами драться, поскольку у них максимальный урон большой, но у них маленький урон, минимальный. Но раньше в версии 1.9 это было для варвара не так критично, поскольку за счет вот этой пассивки шанс крита срабатывал очень часто. Соответственно, наносился максимальный урон. Тут, ну что ж, давайте мешать. Собственно, вот такой красивый посох. Посох. Посох был во втором городе. Здесь у нас цеп. Такое хорошее, серьезное крестьянское оружие. Ну что, идем? Идем бить. Так, тут недобитков нет. Готов. Да, нам даже не нужен щит. Потому что мы можем все. Impossible. Как это impossible? А-а-а, рука не та взята. Вот так. Отлично, я это сделал. А, Сезам, откройся. Сезам. А, замечательно. Ну что ж, в принципе... Можно идти оторвать пару щупалец у Мефисто. Но и так уже более много событий. Мы нашли сердце. Мы сердце вставили. Точнее, сначала отобрали то, в куда мы сердце вставляли. И потом этим самым надругались над этим алтарем. Хотя тут и так уже все надругано, как мы видим. Что ж, в следующей части, в финальной части для данного акта, мы разберемся с Мефисто. Я думаю, он много времени у нас не займет. Займет, скорее всего, его поиски в этом подземелье, как всегда. Бой вот именно с этими, типа, Найтлордами. То, что они будут составлять довольно много неприятностей. Ну и сам Мефисто потом. Там уже отправимся в ад. Будем адски зажигать. Что ж, здесь пока все. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго.